полуостров невезения. Весь покрытый ботоксом, абсолютно весь. Лидер с кучей комплексов у России есть. Из-за невезения скоро может сесть. Нехрен без стеснения в дом к соседям лезть. Ла-л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 а
Владимир Владимирович! Это у тебя откуда? На Украине подскользнулся. Поехал в Китай за поддержкой. Упал в глазах Си Цзиньпина. Очнулся. Ау, гипс. Да, наши люди в Поднебесную на ковер не ездят. Вовчик, я же шой врач. Так что скажу, у тебя там не закрытый, а открытый перелом. Ну, слава богу, хоть что-то для меня за эти годы открыто. Володь, послушай, как у меня за тебя бьется сердце. Стучит. Стучит. А я на тебя никогда не стучал. Просто, чтоб ты был у курса. Ну и где был в Китае? Нигде. Зачем он интересуется? Хотя, а чем ему еще заниматься? А зачем я сказал, что нигде? А-а-а. Ну да, я же привык пиздеть. На лекцию ходил. Пекин – город контрастов. Не знаю, как у них в Китае. Может, там правительство – друг человека. А у нас ФСБ – друг человека. Это вам. Сувенир. На кнопочку нажмите. Резиновая попа, резиновая попа, резиновая попа. У нас с начала СВО уже есть такая же. Пойду я. В бункере любимая Алина – морозилка. Точнее, наоборот. Любимая морозилка – Алина. Ублюдки и выродки, термоядерные дегенераты, судный день! Психотропами лучше не злоупотреблять. В следующий раз будет достаточно одной таблетки. Слушай мою команду! Будем проводить спецоперацию по дегипсофизации! Еще одна спецоперация. Я морально не вывезу. Если ты не вывезешь, плешивый усё вывезет. Ты думаешь, чему он в Китай понеходы навострил? У него в гипсе задаток от китайцев за проданную страну. Если не вернем, будем жить на одну зарплату. Реально, а не по документам. Я не трус, но я напьюсь. Как можно с человека срезать гипс незаметно? Сразу первая ошибка. Не надо считать Путина за человека. Согласен. Можно допоить. Я не против. Не тебя, его. Черт побери. Можно усыпить. Я бы сейчас тоже вздремнул. Ну или принял ванну, выпил чашечку спирта. Возьмем пыню без шума и пыли. Пригласи его в ресторан. Он будет с чемоданом типа сортир. Довезешь его до нужной кондиции, пока он не довел нас до банкротства. Поздно уже, не поможет. Чтоб я видел его у мавзолея, у белых тапках. Владимир Владимирович, может быть, цигель-цигель-лю-лю? Чего? Это что, наша новая какая-то дружественная страна? Владимирович, ты что, с ума сошел? Уже давно. Послушай, она меня куда-то зовет. Ей что-нибудь надо? Похмелиться ей надо. Леди, сеньора, шмара, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Русса импотента, облика морали, ферштейн. Все, быстренько. Я вечером заеду.
Давай махнем на рыбалку. Поедем в Крым с ночевкой. Арендуем у Черноморского флота катерок, пока еще можно что-то арендовать. Представь, вокруг морские дроны ВСУ, а у нас из защиты только черные камни. Красота. В Крым. Там я точно подскользнусь, упаду, очнусь. В суд. Давай махнем туда, где ты сможешь расслабиться и снять свои бронежилеты. Это в прошлое надо ехать. 99-й год. Володь, давай без самодеятельности, как с СВУ. Я все организую. Жду. Как говорил наш любимый шеф Ельцин, возраст политика 65 лет. А после этого он впадает в маразм. Золотые слова. Мне как раз 71. Идиот! Себе цветы обнуленному 0,5! Говорит наша плешивая моль, если человек идиот, то это Кадыров. Володя, ты уже дошел до кондиции. До какой? До нужной. Я до Киева не дошел. До кондиции тем более. Береги руку, Вова. Страну не уберег, хоть руку сохрани. Я сейчас должна написать мамочке городов русских, что она тварь бендеровская. Фу. Вы кому? К тебе. От кого? От Матфея. Шучу. Узнаешь? Я после ботокса себя слабо узнаю. Ты зачем СВО начал, Рюрик? Мы напали, чтобы на нас не напали. А теперь не знаем, как закончить, чтобы нас не закончили. Володя, нам должны были принести дичь, но я слышу, что ты ее и сам уже несешь. Простите, с кем имею честь? Гундяев Владимир. Можно просто япончик. Какой япончик? Человек от китайцев вернулся. Извините, но вы меня с кем-то путаете. Вы уж простите, обознался. Вот усы вам и вылитый Гитлер. Вылитый. Идиот! Придется, как в Беларуси, брать все в свои руки. Слова имперца вы шептали мне в бункере с тенюшкой. Чтоб с четырех сторон вас защитить, я всегда был готов. Вы называли меня умницей, минскою дедушкой, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом усов. Падла Гитлер! Падла Гитлер! Легким движением руки Россия превращается Россия в китайскую провинцию! Помогите! Спасите! Друзьяшечки, нажмите своей бриллиантовой ручкой в уголочке и подпишитесь на канал «Жесть доброй воли». А если станете спонсором, батька приедет лично к каждому и расцелует.